Джонни, как долго это будет продолжаться? Звони немедленно Сантьяго и Хуаните. Пускай они разберутся с этим беспорядком. Мы не можем делать по-другому этот щит. Если по программе написано, значит не мычи. В продолжении спектакля два рижских пацана. Девочки снимают майки, мальчики кричат хуйня. Поток изложенных мыслей в ненормативной форме формирует поколение фригидно-детской скорби, что не станет искать поводов для драки. Если вам в лесу плюют открыто, значит все в порядке. Вы хотите правду? Она ушла на пенсию, аргументируя, что с ебами не весело. Мои соседи сверху не придают значения, кто тащит деньги. Метролы шкафы и скребет варенье. Музыка на максимум, так тут и нужен максимум. Разгоним мракобесие, как в 41-м красные. Дефрагментация земли уже не за горами. Я повторюсь, лохи себя погубят сами. От такой программы я точно не устану. Все ответы знаю и дураком не стану. Чужие поучения во вред и его славу. Все идет по плану. От такой программы я точно не устану. Все ответы знаю, дураком не стану. Чужое поучение во вред и его славу. Все идет по плану. Да я люблю по нету полазить до утра. Сперва проверю мыло, скайп налью чайка. Поставлю фильм на скачку и захожу на фейсбук. Нету ничего чудеснее, чем общаться тут. Я подмигну подругам, закачаю фото, где я в объятиях у какой-то грудастой красотки. Пускай как рыбы рты пораскрывают друзья. У мониторов жаль, их лица не увижу я. Так, по программе дальше твиттер и ЖЖ. Там море всякой инфы, совсем не нужной мне. Но что касается вопросов и дискуссий острых, круче этих сайтов только Владик Жириновский. Нет ничего ужасней, если сеть пропала без компа, я будто мусульманин без Корана. И плевать, смута, войны, не мои дела. Социальный рай, кликай, тут же попадешь сюда. От такой программы я точно не устану. Все ответы знаю, дураком не стану. Чужое поучение во вред не послаю. От такой программы я точно не устану. Все ответы знаю и дураком не стану. Чужие поучения во вред и его славу. Все идет по плану. Все идет по плану.